Всем большой привет, друзья! Меня зовут Людмила Борщ, и вы смотрите мой кулинарный канал «Вкусный рецепт». Какой же праздничный стол и без вкусного мясного блюда? Сегодня мы вместе со мной приготовим вкуснейшее праздничное блюдо, которое готовится очень легко, быстро и просто. Подписывайтесь на мой канал и будем готовить вместе! Кусочки мяса выкладываем в чашу блендера и перебиваем фарш. Сильно мелко перебивать не нужно. Вот такой фарш должен у вас получиться. Фарш нужно посолить, добавить специи по вкусу. Я добавляю приправу для шашлыка. Одно яйцо. Перемешиваем хорошо вилочкой или просто руками. Одну луковицу нарезаем на маленькие кусочки. Чем мельче, тем лучше. На горячую сковородку наливаем растительное масло, отправляем наш лук, жарим до легка золотистого цвета. По желанию для цвета можете добавить немножко сахара. Теперь фарш делим на одинаковые части. Каждую часть обваливаем в панировочных сухарях. Делаем вот такой колобочек. С данного количества фарша у меня получилось 6 штучек. Сырой картофель натираем на мелкой терке. Солим и оставляем на 10 минут. Форму смазываем растительным маслом, например, оливковым. Выкладываем шарики из фарша. Немножко придавим и сделаем небольшое углубление. Выкладываем лук. Кусочек сыра натираем на терке. Сверху лука выкладываем кусочки ананаса. Затем сыр. С картофеля необходимо отжать лишнюю жидкость. Выложить сверху. Каждый шарик смазываем майонезом. Друзья, мясо получилось очень вкусное, нежное, сочное. И такое мясо можно смело подавать на новогодний стол. Оно очень вкусное, и вашим гостям такое блюдо точно понравится. Я желаю вам приятного аппетита, конечно же, хорошего настроения, веселых вам праздников, друзья. До новых встреч и скоро увидимся. Пока-пока!